Вы слушаете общеамериканское музыкальное радио для тех, кто в дороге. Дорога FM. В добрый путь. Доброе утро, товарищ. Тут меня хейтеры встретили. Это что могут встретить бошку отбить. Мне было печаль. Что тут все написано? Кому надо, тот поймет. Я говорю, на эти темы я особо не разговариваю. То есть ты лох, ты никто. Не груби, реально, вот этого абсолютно не надо. А какой смысл этого твоего послания на этой майке? Ну, смысла нету. Я могу наговорить такого, что, как говорится, на два срока хватит, а? Думал, хейтеры бить идут, но это нормальные пацаны, нормальные люди. Бригада. Надеюсь, видно. Давай на дорогу, на трассу. Буду выезжать сейчас. Хороший моторчик. Сердечко хорошее. Погнали, друзья. Такой др-др-др-др. Еды в Америке нету, работы нету. Мнение такое, что это полный бред. Работы хватает, еды хватает. Офигеть, просто офигеть. Здесь по месту работы хватает. Я один работаю, содержу всю семью. А просто катаюсь. Ну, ладно, кому сейчас легко. И второй момент. На все нужно время, деньги. Деньги есть, время нет. Время есть. Денег нету. Я самого это бесит, вы не представляете. Проблемка. Вот так вот нервы горят с утра. Ладно, все, это ерунда. Я ж не губошлеп, который сидит, ноет. Ни в те ворота не верит. Я считаю, это стыдно, особенно для мужика, для здорового. Я дальнобойщик. Не бедствую, поэтому делайте выводы. Вот как-то так, друзья. Еще одно. Все пишут, что люди такие злые. Вы с себя начните. Не пишите всякую ерунду. Вы начните с себя, и мир будет добрее. Каждый с себя начинайте. Я надеюсь, вы меня поняли, друзья. Я за дружбу народа говорил. Так что уважайте дальнобой, друзья, уважайте. Потому что все, что вы имеете в магазинах, все вам привозят водители-дальнобойщики. Респект. Все, спасибо. Жму руку. Всем позитива. Мир вашим домам. До связи.